Ребята, к нам приехал новый Kia Ceed 1.4 турбо. Соответственно, здесь за счет турбины выхлоп сильно гасится. Поэтому здесь необходимо убрать несколько элементов для того, чтобы добиться сочного красочного звука. Этим мы сейчас и займемся. Пока вы смотрите процесс работы, немножко расскажу. Мы убираем резонатор, мы убираем штатную банку глушителя, ставим вместо нее новую банку конструкции 21 года. Они у нас экспериментальные, но уже себя показали очень хорошо. И также поставим сейчас черную насадку двойную Акропович. Собственно, для того, чтобы и звук, и вид сзади уже дополнял органически друг друга на этой машине. Поехали смотреть. Ребята, только что сделали машину, это Kia Ceed 1.4 Turbo. Сейчас спросим у владельца, как у нас получилось. Да, звук вообще очень крутой, прям очень все понравилось. Даже не ожидал, особенно с первым запуском, с первым выездом, прям звук потрясный. Сначала мы, ребят, по секрету скажу, попробовали с резонатором прокатиться, и звук очень устроил. Да, звук такой был. Сильно приятно было ехать в салоне, не то что приятно, как бы ничего особо, так это как со штатной банкой. А сейчас, конечно, звук такой. Сейчас мы убрали резонатор, поставили прямоточную банку в конце и насадку Акропович. Да. Ну что же, как ты выбирал вас? Да. Или у меня была Шкода 5, я как-то раз сюда с банкой приехал варить. Потом другу сюда посоветовал, и вот все ждал, когда я смогу приехать, уговорить жену, так сказать, выход поставить. Поехал, в себе поставил. Уже вторая машина, получается, прокачана ультравыхлоп. Да, спасибо. Спасибо за доверие, удовольствие от выхлопа. Да, спасибо. Радости на дороге.